Ребят, привет всем. Сейчас увидел видео одно, где в Якутии дети в минус 48 катались на качеле, на карусели. И так вот, столько много комментариев всяких удивленных. Ну вот лично на своем опыте я вырос в Алтайском крае, все мое детство прошло там. И я в детстве занимался хоккеем. Так как это была деревня, то есть Малина озеро, поселок в Алтайском крае, у нас была хоккейная площадка открытого типа. И вот я помню, как мы с несколькими ребятами в минус тоже 50 около этого вышли покататься, поиграть в хоккей на лед. В итоге мы об штанги разбили около, наверное, там 4 шайб. Мы сломали одни коньки при попадании шайбы, коньки сразу лопнули, потому что это было пластмассовое, они. И в итоге еще люлей получили от тренера за то, что у нас потрескался лед просто под ногами. Там остались такие трещины, мы потом это все заливали, снегом залепляли, заделывали. Трещины были сантиметров по 5. Вот, отличается тоже, да? Раньше нас было не загнать в такую погоду, сейчас нас на улицу просто не выгнать. Вот, и это не Якутия, это Западная Сибирь, Алтайский край. Вот так вот.